Всем привет! Утро понедельника. Вот так начинается сегодня мое утро. С такой маленькой приятности получила письмо от клуба собаководства. Прислали письмо. Поздравляют с Рождеством. Какой-то маленький подарочек небольшой там внутри. Сейчас посмотрим. Я сейчас открою. Смотрите. Печатями. Так. Ой, какая замечательная открыточка с ручкой. Наилучшими пожеланиями. И желаю всего хорошего на Рождество и счастья в новом году. Ну, согласитесь, такая мелочь, да, но все равно так очень приятно, очень хорошая такая открыточка. Что видно, что люди, что он, ну как, думали, чтобы сделать приятно, да? Здорово. Так. Такой блокнотик записной. Такие маленькие приятности. Такие мелочи, но все равно приятненько. Что тут еще? Как? Варежка. Тут вот можно ее привязать на ниточку, повесить на елочку. Так. И вот такая косточка. Все. Больше ничего нет. Но дело в том, что, да, дело не в подарке, а в том, что люди делают себе, ну, как думают о своих митглидах, о людях, да, чтобы сделать им немножко приятное. Молодцы. Очень приятненько. Спасибо. Вот, видите, лопнула вена у меня на руке. В последнее время так, где стукнусь или где там немножко не так руку что-то, ну, применю какую-то силу, у меня лопаются вены. Знаю, что такое. Мне тоже подарок прислали, вон косточку, смотри. Мы сегодня не в настроении. Что-то ходит злиться на меня. Поворачивается. Да, Элла? Или? Даже не реагирует совсем. Ну, что у нас сегодня? Театр, о, да? Маус? Элла? Ну что, ты обиделась? Или что? Что случилось, моя хорошая? Ну, ясно. Ну, понятно. Ну, хорошо. Будем играть в обиженных. Ладно. А что это у нас тут за наглая морда лежит? А? Ты смотри. Да, Элла, посмотри, что он. Обнаглел. Залез к Никоше в кровать и спит. Молодец, Женя. Пошли, ну-ка, слазь, слазь быстро с кровати. Слазь с кровати. Давай, давай. Еще раз привет. Сегодня уже среда. Вчера ничего не снимала. Я вчера, ребят, смотрела новости. Решила посмотреть новости. Обычно я последнее время не смотрю, чтобы не расстраиваться. Но вот вчера была выходная. Думаю, дай-ка посмотрю. Наше новое правительство, что они говорят, что вообще себя представляют, какие у них планы, что изменится. Может, что-то изменится к лучшему, что-то к худшему. Ну, в общем, лучше бы я этого не делала. Ну, хочу с вами немножко поболтать о том, о нашем министре здравоохранения. В общем, я посмотрела. Он, оказывается, очень много выступает
различных ток-шоу его приглашают. Ну и вообще в новостных передачах тоже очень много его, много где показывает. Ну, в общем, я это сидела, все смотрела. И тут я увидела одно ток-шоу. В общем, он там сидел, рассказывал. Речь шла про прививки, про нашу модную болезнь. Не буду называть ее название, потому что могут забанить. Вообще люди стараются не называть это. Вот. Ну, я просто хочу сугубо мое мнение сказать, да, и как-то я, посмотрев все эти передачи, у меня, как это, знаете, такое чувство тревоги появилось. И какие-то думы, что же будет дальше. Знаете, он рассказывал про третью прививку, и причем уже про третью прививку это столько много говорили, да, и в новостях, и везде, в различных газетах пишут, и в журналах, и везде, что это бы как бы такой психологический ход, что ли, чтобы человека к этой мысли приучить, да, если много повторять каждый день, вот третья, и люди как бы начинают к этому более лояльно относиться, и уже это как бы не пугает, и, в общем-то, так же, как с прививками, да, начиналось, первый, второй, кто-то не хотел делать, потом уже как-то, ну, переубедили, да, где силой слова, где так, как в моем случае, уже прижали до такой степени, что я просто пошла, мне уже нужно было сделать из-за того, что в больницу нельзя было попасть, или постоянно бегать вот это, делать тесты. Вот. Ну, там еще очень много говорили про то, что сделать это, если прививку сделают обязательно, и что вышел закон, что приняли закон, что для персонала, который ухаживает за стариками, например, медицинские работники, им ввели обязательную прививку. Даже там с оговорками еще с небольшими, даже приезжают, которые фирмы убирать, например, в те же дома престарелых, либо медицинские учреждения, которые убирают, они тоже должны быть привиты. Это уже получается, это уже совсем другая, как бронжа идет, да, и все равно. И, в общем, там столько много тонкостей, но это нужно смотреть, это очень много, как сказать, времени займет. А у меня так много времени нет, и я уже скоро мне на работу, а пока думаю, никого нету дома, запишу быстренько это видео, поделюсь с вами своими мыслями. Ну и дело в том, что он говорил про третью прививку, он уже начал про четвертую, про пятую, про шестую. У меня уже вот такие глаза. Я вообще не поняла, это о чем он вчера там рассказывал. То есть ему модератор, значит, задает вопрос, вот нужно ли делать там третью прививку и делать ли это вообще какой-то смысл в этом. Есть или нет? Вот, например, против нового этого штамма омикрон. И он сидит и на голубом глазу, он говорит, что, вы знаете, она всего защищает на 31 или 35%, он сказал. Я вот сейчас даже не помню. Я была просто так шокирована, что то ли 31, то ли 35 всего процентов. А смысл тогда делать эту прививку? Я не понимаю. Зачем тогда ее делать, если она всего на 30% тебя защищает? Это вот, знаете, я, например, сделала первую прививку, ну хорошо, она была более-менее так. Я ее перенесла, ну скажем, нормально, да? Вторая прививка перенеслась мной очень тяжело. Я 13 часов, ну просто была в каком-то состоянии, в таком непонятном. Меня колотило, меня ломало, у меня все суставы выкручивало. Потом меня то в холод бросало, то в жар, поднималась температура. Потом она резко падала. Под утро мне вообще было так плохо, что я не знаю, я бы вообще, я не знаю, я навряд ли пойду делать третью прививку, если это не заставит меня. Ну, я не хочу еще раз это пережить. А там уже говорят про 34-ю прививку, про 5-ю, про 6-ю. И, во-первых, нету нигде никаких клинических доказательств, что эти прививки, как бы, как они действуют на наш организм, что они там, может, они что-то лечат, что-то калечат. Никто их
то 100% еще их испытывают на нас. Ну, один раз пронесло, второй раз пронесло, третий может и не пронести. Поэтому как-то я не знаю, мне это беспокоит очень сильно. Я не хочу делать третью прививку, тем более четвертую, пятую, шестую. Вот он, сначала мне, значит, поставили прививку, сказали, что это прививка на год, а у меня в сертификате стоит год. Они потом сказали, что она год не будет действовать, да, ее не хватает. Виркунг, я не знаю, как это по-русски сказать, действия ее не хватает на год, да? Сказали 9 месяцев. Буквально через 2 недели теперь говорят 6 месяцев. А что послезавтра не скажут 3 месяца. В общем, за этими событиями не успеваешь. Кто его знает, как можно ли через 5 или 6 месяцев делать другую прививку, потом еще третью, четвертую, пятую, шестую, как наш организм будет на это реагировать. И вообще, можно ли такими обштандами делать эти прививки? Никто этого не говорит, никто этого не знает, во-первых. Такое впечатление, что самое главное, чтобы какие-то цифры сошлись и деньги. Вот. Вот такое создается впечатление, что просто люди не думают и решают судьбу целого поколения. Они прям так хотят меня вылечить, защитить от этой болезни, что прям чуть ли не до смерти. Готовы и с работы уволить, и все что угодно. Это я не понимаю, правда? Это какая-то навязчивая уже идея вылечить и защитить. Вот. Что еще? Потом я увидела нашего МИД, знаменитую нашу. В общем, тут я вообще в шоке, конечно. Я еще больше шокирована, чем от министра здравоохранения. То, как она себе позволяет разговаривать, она позволяла себе пугать, что-то высказывание делать против России, против Китая. Ну, во-первых, это все некорректно, ты дипломат, ты занимаешь дипломатическую должность. Ну, как я это понимаю, может быть, я неправильно понимаю, что ты не можешь все же говорить, что тебе хочется. Ты должен выбирать, ты можешь это же сказать, да? Например, как канцлер новый, да? Он сказал, в принципе, то же самое, но он сказал корректно, в дипломатической форме, это намного мягче выглядело, да? Не так, как она. Я надеюсь, что это вот по молодости, по неопытности, что со временем старшие товарищи объяснят, расскажут, покажут, что так себя вести нельзя МИДу. Вот такие вот. В общем, в таком шоке пребываю до сих пор, уже второй день. Не знаю, ребят, что будет дальше, как это все. В общем, там такие, в общем, и еще звучал 25-й год, 26-й. Ну, я надеюсь, что это просто, какие-то такие слухи, что ли. Неужели так долго будет это все продлиться? Тут уже, я не знаю, заканчиваются нервы и психика. Уже 2 года в этом аду живем. И каждый раз все хуже и хуже и хуже. Если это еще продлится 3-4 года, ну, я себе представить не могу, как. Говорят, человек ко всему привыкает. Ну, не знаю, сможем ли к этому привыкнуть. Сил никаких уже больше не осталось. Ну что, там некоторые, конечно, у них неплохие начинания есть. Вот, например, минимальную зарплату повысить, базис повысить. Это у нас такая тоже как зарплата, но такая мини-джоб. Маленькая такая работа, как, если дословно перевести, там можешь зарабатывать 450 евро, и эта сумма не облагается налогом. Вот. Мини-джоб называется у нас. И вот они эту сумму 450 вроде хотят тоже на 520 повысить. Но закон еще не вышел, это еще точно все проекты. Пока еще про минимальную зарплату вроде уже это
действительно так и будет, но пока еще я не видела нигде официальных источников, только слышала слова. А вот так, чтобы уже этот закон приняли, я еще нигде не нашла и не видела, не прочитала. Возможно, я что-то пропустила, но пока я этого не видела. Поэтому я считаю, ну, пока говорю, что это проект, потому что, не знаю, тоже сейчас не знаешь, чему верить. Сегодня говорят так, через пример с свежими прививками, с теми же локдаунами, что локдаунов больше не будет. Но сейчас вроде у нас немножко цифры пошли вниз, заражение. Посмотрим, может быть, и локдаун не ведут. Надеюсь, что болезнь пойдет немножко на спад. Да, но прогнозы, конечно, пугают, пугают. Переживаю очень. Как-то, ну, не то чтобы страх какой-то, а вы знаете, это какой-то, ну, тревога, вот такое чувство тревоги внутри. Вот. Ну, вот такими мыслями хотела поделиться с вами. Напишите в комментариях, кто будет смотреть, как вы думаете, что будет и как долго продлится еще этот ужас с этой болезнью. И, в общем, как я могла понять, что коллективный иммунитет, он нам не снился, даже если 100% людей привьется, коллективный иммунитет как... И что мы будем теперь постоянно прививаться или как, я не знаю. В общем, вопросов все больше и больше, ответов все меньше и меньше. И никто не может объяснить нормально, простым языком, что и как. В общем, Господи, хорошо, что я оптимист. Я не знаю, иначе я, наверное, верю в хорошее, верю, что все будет хорошо. Иначе можно сойти с ума. Ну, на этой позитивной ноте хочу закончить видео. Уже скоро надо бежать. Вам всем желаю всего хорошего. Оставайтесь здоровыми. Берегите своих близких. До новых видео встреч. Всем пока.